Вот так моя задача. Ну что убирать молоко может? Для человека на воду. О, тут мир. Везде полно воды. Да, вода. Ну ты что, Сережа, молодец. Ты что, Сережа, шаги. Слышишь? И идет, вот так несет две сумки. Глянь, даже луку купил. Я говорю, зачем? Ты вчера просил лук? Да там на грядке. Да ну я ж не знал. Да, темно было, а сейчас видно. Будем рвать. На грядке есть лук, слава Богу. И синенькие есть. И кабачки можно будет сделать. Кабачки сейчас нас получить. Люки. Люки, люки. Саша сфотографировал. Угу. Да. Кабачки надо сделать. Угу, хорошо. Можно синенькие. Все балки. Так, вот эта коробка пойдет. Сейчас дрыхнет. Кури обязательно. Мама, тут надо полезть курить. Я не знаю, ну полезть. Уже одна орала, слышали? Да, да. Они уже, наверное, еще не слышали. Так, а вчера они как? Там уже не... И вчера орали, я полезу сейчас. Заберу яйца. Ой, Иван Иванович. Ой, Иван Иванович пришел. Ой, слава Богу. Здрасте. Понимаешь. Здрасте. Привет. Доброе утро. Здравствуйте, Иван Иванович. Иван Иванович, я звоню, звоните. Вы совсем ошибаетесь. Звоните, а я двигаюсь. Я все называю. Не быстро. Называется. Иван Иванович. То, что заболевает, а? Да. Самый такой. Дурмен такой. Так и это. Мало. Зарядкой занимается. Отравился. Ой, что? Что вы пьете? А ну покажи мышцу. Ну какая у тебя есть? В мозгу, конечно. Голодный. Невзирая на то, что меня потрясло добре. Значит, еще есть порох прохождения. Когда вы были в санатории? Или Иван Иванович классный, Малюрский. А председатель говорит, боже, вы похудели. А вот сейчас вы тоже похудели.